База, я 034. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032. Выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Меченый. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней. Удачи. Сваливай отсюда, хлопец, ясно? Отсюда подальше. оружие убрал. Новичков нынче, что собак не резаных. Хабар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Встречает сталкер своего старого друга. А тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да... Эй, меченый, ходи сюда. Есть тема для разговора. Вот дерьмо, а. День как под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Все по местам. подойдите ко мне. Меченый, ходи сюда, говорить будем. Слушай, ну классно у тебя выходит. Музыкант из тебя еще топ. Кончай уже, Рита. Классно играешь. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что народ так оно и будет. Что-то устал я. Так много времени прошло, я боялся уже. Как-то все приелось. Позбивались тут в стае. Но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что... Я расскажу. Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Не, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного, так он специально пораньше встает, чтоб подольше ни хрена не делать. Ну ты выдал. Эх, сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим да с чесночком. Такое знает кто? Допрашивает как-то погонник матерого сталкерюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило, третий час под конвоем сидеть. Он ему и говорит: «Так ёп, признаю, командир, все признаю, вот те крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не попёрся». А по новее ничего нету? И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Нет, от судьбы то чуваешься. Что на роду написано, так оно и будет. Фух. Внимание! Выдаю шутку юмора. Заблудился как-то долговец, идет и кричит: «Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Но он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает: «Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит». Кровосос помолчал и говорит ему: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» Да уж, мужичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Кусок бы мяса такой здоровый, что прям с вертела, скворчащий, сочный. Все, музыкальная пауза. Музыкант из тебя еще тот. Эх, не тот уже хабар пошел, не тот. Неужто завязывать пора? И что же нужно? Так, убери оружие. цепляет. Подушевнее бы. Наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачное место я выбрал. Давно хотел на настоящий пацанский разбор поглядеть.